Все, просили один баб. Все, давайте. Время. Загружаемся. Все равно. Сумку не забудь там какой-то. Груз Коломов. Второй! Да не буду его делать. Что за колонна идет, Андрей? Там, ну, смотри, да, скорая помощь. С утра отряд АТО вскрыл засаду и боевую группировку террористов. Они применяют, вы слышите, тяжелое вооружение, стреляют в том числе из крупнокалиберного оружия. Применяют минометы и прочую технику. Ну, вот видите, стреляют. Значит, с обоих сторон есть раненые. Поэтому давайте говорить вот о чем. Против нас идет война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает, кто-то за русский язык, кто-то против русского языка. Это не важно. Украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Вот это ограничение, которым активно пользуется враг. Враг за них прячется и стреляет оттуда. Все, вот главный тезис вам. Я хочу сказать, что мы имеем дело с очень хорошо организованным, подготовленным противником, которым на вооружении стоят гранатометы, минометы и пулеметы. Люди хорошо обучены по внешним признакам. Они далеко не славянской национальности, я бы сказал, в том числе. Поговорите прямо, присутствуют чеченцы.